знаменательного события. Многие начинали этот путь, но далеко не все его заканчивали. Только самые целеустремленные первокурсники будут носить гордое звание «выпускник». Порой вам будет нелегко, захочется все бросить, но поверьте, это самое простое, что можно сделать в такой ситуации. Пробуйте свои силы всегда и везде, ведь никогда не знаешь, где ты молодец. Изменения в лучшую сторону могут начаться в любую минуту, и они уже начались. Кстати, не только для всех нас, но и для талисмана нашего вуза. 1 сентября был объявлен конкурс на лучшее имя и историю появления нашего совенка. Среди конкурсных работ были предложены интересные истории. Видно, что студенты активно штудировали научную литературу, энциклопедии, словари и собственные запасы фантазии и воображения. В одной из легенд жюри отметило предложение расшифровки аббревиатуры нашего вуза. Я думаю, что эти слова действительно подходят под описание каждого студента Юрга ГПУ. Ведь все мы юные, уникальные, разносторонние, грамотные, гениальные, позитивные ученики! Итак, для объявления результатов конкурса приглашается проректор по воспитательной работе Лариса Анатольевна Глазырина. Очень коротким. Вы помните, мы 1 сентября на линейке, на Большой перемене объявили этот конкурс, и очень многие ребята откликнулись. Действительно, мы поняли из тех представленных материалов, что студенты проявили неравнодушие. Более того, не только придумали имя нашему герою, нашему символу, но еще и, как вы поняли, придумали новую расшифровку аббревиатуры. Поэтому жюри конкурса хотело бы наградить тех участников конкурса, как победителей сначала как бы в номинации аббревиатура нашего университета, ну а потом я вам сообщу имя, которое победило. Итак, мы бы хотели пригласить на сцену Леготину Наталью и Рекстен Викторию. Это студентки факультета дошкольного образования. Именно они являются авторами этой новой аббревиатуры. Поддерживаем. Имен нашего символа совы, совенка, филина. У нас очень много версий появилось этой птицы. Но жюри предлагает, как бы вот исходя из той логики, которая была предложена, назвать нашего символа интересным именем. В переводе с латыни оно означает сова, и имя Улула. Автор этой идеи Далакян Давид. Он является студентом профессионально-педагогического института. Я предлагаю зачитать кусочек его аргументов в пользу этого имени. Улула в латыни «сова», так как сова издает характерные звуки, изображу, у-у-у, да? И так как самое главное значение нашего символа, мы все помним, мудрость, значит, смена нашего вуза. Вы помните, с ЧГПУ на новое, ЮУРГ ГПУ. Это просто мудрое решение, которое сработает на благо нашего вуза. Вот такая логика была у Галины. Спасибо, Лариса Анатольевна. Ну что, большое спасибо. Вот теперь настало время поприветствовать впервые на этой сцене совенка Улула. Под ваши аплодисменты, конечно же. Ну что ж, здравствуй, Улула! Вот, знакомься, это наш актовый зал. Здесь проходят все мероприятия, от смотра первокурсников и до вручения дипломов. А вот это наши первокурсники. Их ты, наверное, уже видел, но сегодня для них особенный день. Они будут давать клятву первокурсника. А мы приглашаем ректора нашего университета, кандидата педагогических наук, действительного государственного советника первого класса Владимира Витальевича Садырина.
Добрый день, уважаемые первокурсники. От имени ректората я вас поздравляю с тем, что вы стали настоящими студентами. Правда, окончательную точку вы поставите 25 сентября, когда первую стипендию получите. Деньги мы уже перечислили, не волнуйтесь. Я поздравляю вас с началом студенческой жизни, с тем, что вы сделали первый самостоятельный шаг. До этого все за вас сделали родители. В какой детский сад идти, в какую школу, к какой учительнице, музыкальную школу. Если родители не научились играть сами на барабане, они вас на барабан отдавали в музыкальную школу или на фортепиано. А здесь вы сами сделали выбор. Здесь вам самим придется 4 или 5 лет учиться. И мы, конечно, сегодня вас приветствуем, поздравляем. И мне кажется, что уже на следующий год вы будете на этой сцене и, может быть, превзойдете наших великолепных студентов ведущих и в ведении, и в танцах, и Колю кто-то подвинет. Коля? Да, я здесь. Да. Мне тяжело без тебя. Ясно. Значит, хорошего вам настроения, хороших вам педагогов. Порадуйте сегодня своих родителей, что вы стали настоящими студентами. И я хотел бы внести поправку в приказ. У нас в этом году 1169 студентов. Вот сейчас будет 1170. 1170-й студенческий билет давайте. Спасибо. И мы должны вручить... Ой, как? Ну-ка, давайте. И мы также присоединяемся к поздравлению. Владимир Витальевич, скажите, первокурсники достойно справились со всеми испытаниями? Да. Мне особенно понравилась староста, когда ей сказали, быстро встань, конец, она сказала, а где конец? Значит, уже можно принять их в нашу университетскую семью, в наше братство? Да, конечно. Нужно принять. Для торжественной клятвы на верность студенческому братству прошу всех встать. Повторяйте за нами слово «клянемся». Первокурсники ЮРГГПУ, клянетесь учиться честно и достойно подготовиться к педагогической деятельности? Клянемся! Клянетесь поддерживать традиции университета и умножать его славу? Клянемся! Быть верными и солидарными студенческому братству? Клянемся! С честью носить гордое звание студента Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета? Клянемся! 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 Ну что ж, спасибо, Владимир Витальевич. Поздравляем вас, дорогие студенты. Теперь вы стали настоящими первокурсниками, настоящими студентами нашего вуза.